Тема урока – быть взрослым. Подростковый возраст считается периодом взросления. Он приходит к юноше и девушке в возрасте от 12 до 17 лет с первыми признаками половой зрелости. В это время у подростков наступает быстрый рост всего организма. Пик роста приходится на 12 лет и достигает примерно 10 сантиметров в год. С медицинской точки зрения, с началом полового созревания организм подвергается следующим изменениям. Внимание становится неустойчивым, часто происходит снижение понимания изучаемого материала и плохо усваивается новая информация. Из-за перестройки нервной системы замедляется реакция, поэтому подростку бывает сложно сосредоточиться и ответить на заданный учителем вопрос. Отсюда и возникает проблема контроля проявления как положительных, так и отрицательных эмоций. Подростки лучше воспринимают эмоциональную речь с яркими примерами, чем сухую словесную информацию. Большие перемены происходят также и в психологии подростка. В первую очередь это обусловлено тем, что появляются новые учебные предметы и приходится запоминать много разнообразной информации, в том числе и механические. Это нередко приводит к повышенной утомляемости и возникают проблемы с памятью. Происходят изменения в чтении, в речи. Беглое чтение постепенно переходит в способность декламировать, а речь монологами заменяется на умение пересказывать текст, готовить устные выступления. И в результате этого речь становится богаче. В период взросления подростки становятся очень чувствительны к мнению окружающих по поводу своей внешности, знаний и способностей и легко обижаются на критику. В поведении отмечается некая вспыльчивость и бунтарство, так как они стремятся стать независимым от контроля и опеки взрослых. Если подросток нарушает дисциплину, то делает это демонстративно, не всегда корректно обсуждают поступки или слова других людей, стремятся отстоять свою точку зрения, даже если не уверены в том, что она правильна. В подростковом возрасте хочется как никогда общаться, дружить, но в то же время остается страх быть непонятыми. По этой причине многие юноши и девушки иногда избегают общения. Многие подростки хотят, чтобы с ними общались те сверстники, которые, по их мнению, обладают более значимыми качествами или авторитетом. Ну а если это не получается, они добиваются популярности, рассказывая себе только то, что может понравиться их окружению, иногда даже приукрашивая свои подвиги. Отмечено, что именно в подростковом возрасте появляется склонность к рискованным поступкам. Ребятам кажется, что им под силу любые трудности и проблемы. Но на деле не всегда так, потому что, обладая высокой эмоциональностью и импульсивностью, подростки еще не умеют адекватно оценивать свои силы, не думают о собственной безопасности. Подростковый период своим своеобразием и темпом резко отличается от всех этапов жизни человека. Он характеризуется повышенной возбудимостью, частой сменой настроения. Возникает чувство взрослости и потребность в самоутверждении и самосовершенствовании. В процессе полового созревания формируется повышенный интерес к противоположному полу. Идет развитие самосознания, волевых качеств и формирование идеала личности. Подросток пытается определиться с выбором будущей профессии. Повышенная возбудимость или плаксивость, апатия или агрессивность, равнодушие или негативизм, смена настроения – частый спутник подростков. Чтобы держать эти чувства под контролем, подростку необходимо развивать свою силу воли, заниматься самовоспитанием. Это особенно характерно для мальчиков. Идеал сильного, волевого и мужественного мужчины становится для них одним из основных. В возрасте 11-12 лет мальчики любят читать приключенческие книги, смотреть соответствующие фильмы. Ребята начинают много времени уделять спортивным занятиям, связанным с большими физическими нагрузками и риском. В начале, в возрасте 10-11 лет, подросток просто восхищается наличием волевых качеств у других. В 11-12 лет он стремится обладать такими же качествами.
а в 12-13 лет приступает к воспитанию воли. Период от 13 до 14 лет – это самый благоприятный возраст для самовоспитания. Приобрести качества, которые свойственны любому взрослому человеку, стремятся все подростки. Сначала они начинают подражать своим кумирам, значимым для них взрослым или старшим сверстникам. Мальчик выбирает объектом для подражания таких людей, которые ведут себя как настоящие мужчины. Будущий мужчина стремится быть похожим на таких людей, которые обладают силой воли, выдержкой, стойкостью, мужеством, верны дружбе. Чтобы больше походить на этот идеал, мальчики в 12-13 лет начинают больше внимания уделять своим физическим данным, записываются в спортивные секции, развивают силу и выносливость. Девочки, кто хочет выглядеть как настоящая женщина, стремятся быть привлекательными, женственными, внимательными, начинают уделять больше внимания одежде, косметике. Несомненно, в период полового созревания растет интерес к противоположному полу, а это значит, меняются отношения между мальчиками и девочками. Если раньше их интерес друг к другу заключался в том, что мальчики дразнили девочек, даже дрались с ними, а те, в свою очередь, обзывались и жаловались на них, то теперь многие из молодых людей становятся застенчивыми и робкими, а некоторые намеренно напускают на себя равнодушие и презрение к противоположному полу. Так как у девочек раньше начинается половое созревание, их раньше начинает волновать вопрос, кто кому нравится. Чуть позже между мальчиками и девочками уже могут возникнуть романтические отношения. Они назначают свидания, ходят вместе в кино, на дискотеке или просто гуляют по улицам. В результате у них появляется потребность стать лучше, чем они есть. И для этого многие начинают заниматься самовоспитанием и самосовершенствованием. Каждый подросток имеет потребность в самоутверждении в обществе. Это возможно сделать при выборе будущей профессии. Подростковый возраст и знаменателен тем, что именно в нем вырабатываются деловые качества, знания, умения и навыки определенных видов деятельности. В это время ребятам интересны различные виды деятельности. Они пробуют сделать что-то своими руками, мечтают о будущей профессии. Уже в 10-11 лет дети хотят, чтобы с ними общались как со взрослыми. Мечтают поскорее стать самостоятельными. Самостоятельность в этом возрасте – это стремление быть независимым от взрослых, освободиться от их контроля и опеки. Но все равно они нуждаются в родителях, в их любви и заботе, в их мнении. Многие педагоги утверждают, что от того, как будут складываться отношения в этот сложный для обеих сторон период, зависит главным образом от стиля воспитания, царящего в семье. Причинами конфликтов между родителями и взрослеющими детьми могут быть и тотальный контроль родителей за детьми, их учебой и выбором друзей, и полное равнодушие к своим детям. Выделяют множество промежуточных вариантов отношений между подростком и его родителями. Родители постоянно указывают своим детям, что им делать. Подросток может высказать свое мнение, но родители при принятии решений к его голосу не прислушиваются. Подросток может принимать некоторые решения сам, но для этого он должен получить одобрение родителей. В этом случае у обеих сторон почти равные права. Они совместно принимают решения. Подросток часто действует самостоятельно и решает сам, подчиняться ему родительским решениям или нет. Представим наиболее распространенные стили семейного воспитания, которые определяют особенности отношений подростка с родителями и его личностное развитие. Каждый названный пример можно встретить в современных семьях. Первый пример. Демократичные родители ценят в поведении подростка его самостоятельность и дисциплинированность и поощряют проявление этих качеств в различных ситуациях. Такие родители не ущемляют права подростка, не скрывают от него теплоты и заботы в отношениях,
но при этом требует выполнения обязанностей. Формирование взрослой личности в таких семьях протекает без тяжелых переживаний и конфликтов. Второй пример. Авторитарные родители требуют беспрекословного себе подчинения. Они не считают нужным объяснить подросткам причины своих запретов и указаний. Жесткость, контроль всех сторон жизни подростка часто вызывают протест с его стороны. Некоторые дети в таких семьях замыкаются, и их общение с родителями сводится к нулю. Часть подростков намеренно идет на конфликт, ведут себя вызывающе со своими родителями. Другие приспосабливаются к такому типу семейных отношений, но в результате становятся неуверенными в себе и долго не могут стать самостоятельными. Всем понятно, что родительская любовь – необходимое условие воспитания полноценной личности. Но этого недостаточно. Чтобы ребенок не стал пассивным, не самостоятельным и не общительным, родители не должны перегибать палку воспитания, не должны проявлять гиперопеку, то есть излишнюю заботу о ребенке. Трудности в жизни подростка и разлад в отношениях могут возникнуть и в том случае, если родители ожидают от своего ребенка высоких достижений, а он не в состоянии их осуществить. Родителям при этом важно понять, что подросток еще не в состоянии соответствовать всем предъявляемым к нему требованиям. Он еще не обладает самостоятельностью, ответственностью и не всегда серьезно относится к своим обязанностям. По этой причине его невозможно считать взрослым. Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что взрослым быть нелегко. Быть взрослым – это значит быть самим собой, уметь отвечать за свои поступки и действия, делать осознанный выбор в принятии решений, действовать не только по спонтанному импульсу, подчиняясь эмоциям, но и опираясь на здравый смысл и жизненный опыт, уметь выходить из конфликтов эффективным и оптимальным образом, быть успешным в делах, уметь выбирать средства для достижения своих целей, перерабатывать и усваивать новую информацию, а также обладать целым набором разнообразных чувств и ощущений. Взрослый человек – это тот, кто уважает не только себя, но и окружающих людей. Таким образом, характеризуя период взросления, можно выделить его главные особенности. Подростковый возраст самый противоречивый. Для многих людей это период испытания. Взросление подростка происходит одновременно с ростом его независимости. Степень и быстрота взросления зависит от различных обстоятельств. Процесс взросления можно ускорить, если подросток проявит желание трудиться, заботиться о ближних ему людях.